большие города, все для народа. В любое время года нам навстречу встает великая страна. Так добрый вечер, привет с большого труда. А что, все пьют? Почему вы же? Вы же тоже иногда, да? Правильно. О, еще зайчик один. По поводу Саратова я могу сказать некоторые гадости на самом деле. Мы летом выступали в Дворце спорта в вашем. Мне стыдно за спорт в городе. Если до такой степени довели здание Дворца спорта... Замерзшим бассейн? Нет, вот президентский тур когда был. Угу. Там обвалившиеся, осыпавшиеся стены, грязные... Да и неимоверности, какие грязные помещения. Жутко просто, ну страшно. Угу. Цирк. Люди приходят в цирк как бы отдыхать, смотреть, как здесь все запущено. Ну, 2-3 гримерочки. Вонь, да? Не вонь, при чем здесь вонь? Вонь как? Здесь животные. Это хорошо, это приятная вонь, кстати. Мы любим животных. А сами помещения, вот ребята, где мои переодеваются, вы бы туда с камерой сходили. Вы посмотрели, это бомбоубежище там 32-го года, наверное, такое, знаешь, где солили картошку и комаров разводят. Нельзя очаги культуры, таким словом, может сказать, нельзя в таком состоянии держать. Перед вашей гримеркой было написано «Осторожно, хищники». Это мы поставили, чтобы не приставали. Вот. А вот хорошие вещи про Саратов я могу сказать. Мне здесь нравится летом. Жарко, вода, хорошо. Девчонки красивые в Саратове. Вот, у меня здесь друзей много. У Наташки родня здесь. Поэтому как бы это хорошо, вот с этой точки зрения, люди там, все остальное. А вот то, что не следят за состоянием города, что-то мне странно. Вот как бы мы были 3 года назад в городе, город был лучше. Сколько воды из Сашка бабник, Серега тоже бабник хоть куда. А кто не бабник, ну кто не бабник, да тот, кто женщин и не видел никогда. Наш Сашка бабник, и Борька бабник, и Витька тоже бабник хоть куда.